Ну что, какие планы на игру? Я в хард пойду. Seconds remaining. Enemy's turn to pick. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Так, ну это самое, капитан, ты ж там делись информацией, я в харду. Я вот пока не буду говорить на ком, потому что спалю инфу. Ты меня не слышишь, окей. Enemy's turn to ban. Так, хардовый тимбер, сейчас будем резать. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Enemy's turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Жесткое обсуждение. Remaining. 5 seconds remaining. Enemy's turn to pick. Remaining. 5 seconds remaining. Да.
Навыка железная, на самом деле. Ты капитан, ты думай. Seconds remaining. Five seconds remaining. Enemy's turn to pick. Seconds remaining. Five seconds remaining. Кири, кири, кири. Remaining. Five seconds remaining. Enemy's turn to ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Хороший вопрос залетел. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. На самом деле очень интересный распик, вот мне нравится. Посмотрим. Он проявит себя, но в целом все неплохо. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Керри, а кого тут? Керри.
Вообще хз. Прям вообще. О, пиши. Я за Тимбера, я буду резать. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Мы дадим тебе помощь, но только при условии, что ты ее попросишь. Ой, блин, это прям very хорошо. Я на Тимбере, дайте. Кат. Да, над Хардой, конечно, размышляли солидно они, но... Зачем брать Тайтхантера? Для меня это загадка. Сейчас все зависнет, я думаю. О, да. Есть. Brutal, savage, prepared for battle. Сыграй. А что такое? Что такое? По микрофону я тебя плохо слышу. Бля, ребят, ну слишком много там голосов. У нас своя команда, у нас гуси. Мы в команде гусей. Твоё, вот два дебила гуси. Третий гусь ушёл. Гуси-лебеди. Ну, будем надеяться, что гусей еще будет много у нас. Вы как вообще просто типа собрались, да, или как вы? Набираем рандомных людей. Любой, кто хочет поиграть, имеет возможность сыграть. А играем мы... А, у вас типа не команда, ничего такого, да? Да. Но рандом. Соперники это команда с фасткапа. Здесь же делают.
ЖКВшки, уже все. Прям поход в продоту пошел. Так, меня убили. А, пидер. Квозы? Нет, не ММ, это фасткапы обычные. У меня макака здесь. Так. Огр, а чё ты будешь экспиться у меня? Иди на мид лучше. Я тебе очередной раз говорю, это просто... Тимбер была плохая идея, ребят, серьезно, просто плохая. Ну ладно, дай мне соло постоять, я экспу возьму. Не надо вот этого. Я ему соло оставил, о чем речь? Так. Э, а почему ты такой игрок сильный? Мог оставить вот этот человек, чтобы... Дэм же, конечно, прилично играет. Я сам приду. Да, я сам. У нас так или армор теперь-то меня пробить трудно, но возможно я лучше побегу отсюда. Ай, нет, 3 секунды, почему, черт, как же так, это нечестно. Трехсекундку выкидывать, это как вообще? Это законно? У меня макак. Умана, интересно. Если чё, он сам ушел. Сори, что это не было. Ну разве что магией меня пробить. Ну а так, ребят, ну не серьезно. Мана есть, конечно. Совсем печально смотрится. Попытка убийства. Ну, эффекта никакого, потому что дэмэджа по реактив армору с Пурманшелдом слишком мало. Имеется, конечно, какая-то опция забрать за магию, но... Ребят,
Тиммерсоу не такой герой, которого можно просто взять и убить. Необходима какая-то поддержка минимальная. И что-то в этом роде, потому что реально трудно. Там реактив армор, допустим, в троечку, это уже с Пурман Шилдом, идешь под тавер и ломаешь. Это где команда, вы еще раз скажите, пожалуйста? Типа профессиональная или что там, нет, ебать, крутая? Нет, это хосткап на Старватере. У нас просто своя команда, которую мы разваливаем, все и нет. Просто извините, но этот мидер просто конченый, и его легко выебать. В прямом смысле. Просто вот это мидер, я бы вот этого не поставил, а не вот этого дрочка. Как бы, вот и все. Ну, нормально. То есть это подкап, то есть тут может быть 7к ММР ребята, могут быть 1к ММР ребят. Тут никто страхован. Ну просто я говорю, что этот мидер просто, ну, выебанный. Скажем так, в прямом смысле. Квозы проводим с понедельника по четверг с 16:00, поэтому кого интересует, приходите. Можете... Игорь, почему ты так плохо играешь? Скажи, пожалуйста. Кто? Я? Плохо играю. Вы типа вдвоем собираетесь и там три человека рандомных собираете или как вы? Нет, вообще, я делаете? Один вы? Сижу нас и собираю спорят? Людей. Ты кому говоришь? А, или... ты типа собиратель людей, вот так вот против таких же... Ты вот так пати типа собираешь? Ну, 5 человек сам собираешь, еще один другой, там тоже 5 человек, ебать, и рандомно играете, да? Просто как паблик. Нет, смотри, я один, собираю людей, причем в две команды, или играю просто против какой-то команды, зарегистрировавшейся на фасткапе, и все это стримится на StarWater 9 канал. Или на какой-то другой. Вот так вот мы играем. А фишка в чем? Ну, просто ты что-то собирал, просто играть и все, или что-то фишка есть какая-то в этом? Да просто играем, ну, в целом, если это будет популярно, то можно проводить турниры среди игроков, которые на квозах часто играют. И там уже можно придумать какие-то кастомные игры, типа Мирана Варса и так далее. Ладно. Ну, в целом, для команд это отличная возможность протестировать свои умения, потому что все-таки на квозах, когда играют, и 7000 рейтинга, поэтому есть возможность такая. Поверь, друг мой, команды долго не живут, это, блядь, вопрос времени. Наши живет уже около нескольких. Ничто не вечно. Бля, я около 45 команд, нахуй, был, и они всегда, сука, минимально, блядь, самая высшая команда, она мне держала 2 года. Да пиздец, они разные бывают, там даже бывало по 5к, 4к, разные люди попадались, и все равно нихуя. Даже бывает, я создавал, ну там, тоже не держались, и потом что-то им не нравилось, ну все разное было. Тоже не вариант. Я, бля, потом думаю, пизду нахуй, лучше апну на 6к, а потом, блядь, я буду, ебать, с 6к играть лучше нахуй. True story. У нас три чувака 1.5к, один чувак 4к и один чувак 2к. Как бы мы нормально играем. Нормально. Серьезно говорю. Ну рейтинг нормально не такой нормально. Показатель. Бля, братан, это словами охуенно сказано, но на деле это, я думаю, навряд ли. Ну, давай проверим, если так и не уверят. Рейтинг показатель. Знаешь, мне как свистят языком, бля, братан, это реально смешно, но это правда. Просто знаю, мне многие говорили, бать, ну там, например, ну, примерно это как скажу. Мне один так пацанчик, ну, два пацанчика мне говорили, что они, знаешь, по 6-5к нахуй. Ну, я говорю, давай, типа, дота бабки, ну, покажи мне, типа, ну, ВКонтакте. Пиздец, ебать, я жду нахуй где-то час-два, ебать. А, все, прости, я другую команду нашел. Ну, ебать, это все. Второй мне кидает, он 4к мне кидает, и говорит, а это у меня старый аккаунт, я это, тот, короче, проебал его, типа такого, знаешь, блядь. Пиздец, как я понятно. Угорал после этого. Что-то ты дебилами какими-то все время играешь. Это нереально, блядь, просто кадр, нахуй, смех. Так, я, похоже, могу тут кивы оформить.
Ну Трента я спилю, например. Хорош. Один бар стоит. А это, ребят, мой стиль стояния в харде. Я сначала фижу, а потом убиваю. Чем ты так? Мне нужен вижен на мидо. Я боюсь обезьян. Ты это, обезьяну не бойся. Ты же обезьяна. Рубик, брат, иди, пожалуйста. Просто у меня толком ни хрена маны нету, мне натрывала нур. Ой, макака, здравствуй. Опять ты умер. Чё я умер? Я их пилить. Ага. А чё так? Я не знаю, что делает. Я счёт 1-4. Так, нормально. Я же тебе говорю, это мой стиль стояния в харде. Я пижу и убиваю. Братан, ну это тупо, понимаешь? Потом нормально будет. Я говорил, надо Акса брать. С Аксом как-то поприятнее работает. Ну слишком много раз убирать. Ну прям вот слишком. Это просто того, что законы каких-то просто будут. Профессиональный бат, лучше. Опа, и все. Заебали эти острова. Ребят, ребят, у меня маны нет, я ничем помочь ему. Ну, пошли. Так зафармить и будет была. Вот так. Да заеб. Дядь, честно сказать, тебя ОД он мне просто заставили пикнуть. Я знаю. Я сам удивился, чего напикали вообще. Но я промолчал. Я потому что все молчат, не знают, что пикать. Я еще, блять, отходил, и я не знал, что вы там пикаете. Ну, я подумал, ладно, хуй с ним доверит. На доверии. Правильно. Да, да, да. Доверие это главное. А я их спилю, ребят, смотрите. Да не то, что доверие, здесь ебать общение и язык, понимание друг друга, вот это главное. Да. Это бывает очень редко. Это да. Очень. Ну я их как свиней режу. Вот сейчас дерево спилю. Оу, е! Я просто в ударе сегодня. Что? На миду кто может поставить, я уже все травала купил. О, хорош. Саппорты, кому экспа нужна, на миду поставить. Я, наверное, буду пилить тавр постепенно. Че это такое? Че такое? Почему он 9 уровень? О, макака пришла. Нормально. Смотрите, нападение, нападение пошло по мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как страшно. У меня маны нет. Я если Саурин нажму, то мне кирдык. Ты бы хотя второй скилл бы на однёрочку качнул для мобильности. Ой, да мне маны не хватает. Откуда вот там диффуза? Я, похоже, что-то пропустил.
Давай, давай. Смотри, тебе дерево. И этого тоже. Кобылку гоним. Все, забудь про него. Все, давай, приходи ко мне на линию и машинками спам. Будем табор ломать. О, да, не-не-не, этого я не хочу. Вкусно. Пилу кинь. Ага. Здравствуйте. СС. Вот почему я тебе говорю, второй скилл качни. Да, при чем тут второй скилл? Мне стан дают. Тут не поможет. Ты можешь чистым уроном его просто взять. Вырезать. Да, ничего бы я не сделал. Забей. Там эти 100 урона, я их выдаю с пивы первой. Чувак, я объяснять тебе не буду. Я не учитель. Нормально. Просто я тебе сказал и все. Дальше ты тебе решать, что делать, что не делать. Окей. Это правильно. Третьего нету? Кил просто. Изи кил просто. Команда джибошит, команда прям ломает. Прям жестко. Просто и беспощадно. Бегу, бегу, бегу. Убейте его нахуй. Хорош. Ребят, макаку сейчас пилю. На, я тебя не убью. Не. Я так себе макаку пилю. Поймал губы, пожалуйста. Что, тебя боятся? Да я вообще стою просто на месте. Подожди, я иду. Ты только не спамри. Иди, иди. Я поработаю. О, а куда это они побежали? А что такое? Рубен, Рубен Тигранович, давай. А вот это вот молодой человек меня будет пилить долго. И очень успешно. Ага. Ага, окей. Не, ну он жив. 100%. О, Макакин, здравствуйте. С ним не фото. Вот играешь. Вот одна польза от ОД. Всем похуй, ну как обычно. Выжигает мне ману. И в итоге я ее восстанавливаю очень быстро. Я, наверное, обраточку куплю. Х,
Хотя, ну какая обратка? Что это такое? Не-не-не-не-не-не. Бутстоун. Сразу. Сука, два долбоеба стоите внизу, смотрите, когда меня убивают, потом начинаете драться, когда меня, сука, убили. Вы пиздец на конченые люди. Я вас понять не могу, блять, вообще нихуя. Просто АФК стоят, блять, я охуево. Спокойно. Тут-то, блять, боты нахуй. Можно? Мне нужно армор наставить, иначе будет плохо. Ай, бежать. О, все, иду. Окей. А почему-то не телепортировался? Крипа спрятали, я не смог телепортироваться. А, блин, а я не знал, слушай. Интересно. Затести в лобби, сам увидит. Наебывать не буду. Не, ну я верю, верю. Я просто раньше в Астрале там даже Underworld телепортировал. Ультой. Я думаю, сейчас мы разъебем, но это крипа того, которого я хотел телепортироваться, его это, в Астралке, наверное. Ну да, да, да. Я видел. Давайте агрессировать, слушайте. Я вот сейчас ТП сделаю, куплю себе ХП. Можно будет идти. Я хорош под реактив армором. Когда его нет, соответственно, у меня не все так хорошо. Будет, алло. У меня ТП КД. Я тут успешно мид ломаю. Если вы их задержите. Хороший размен хотел. Ой, на меня тут нападение. Ай. Меня вот УД убивает. А на них пофиг. А вот на УД. Да тут обратка не поможет. Темно, 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 Рубик, темно, очень темно. Там конкретно так темно. Надо, конечно, обратка, но вот я думаю, возьму соубустер после этого уже. Да это зря, вот надо было маршей кидать, потому что. А нет, неплохо. Все-таки с блиндагера ушел. Я иду, ребят. Я готов пилить. Смотрите, я его режу. Так вот. Хорош. Просто разваливаем кабинеты, понимаете? Просто разваливаем. Разваливаем.
Да, они просто под шрайном дрались. Ну и все, и проблема. Там шрайн всего, два человека его. Все, сейчас обратно шпы. Слишком сильно нагрев Тимбер. Можем забрать секунду. Так сильно не взять. Погнали, это как? Может не надо? Не, не надо, может, не надо, будем? Ребят, не надо. Может не будем? Может не будем? ОД очень сильный, очень прям. Прям капец. 1000 дэмэджа с... С одного скилла это не нормально. Если найдем кого-нибудь в лесу, так. Пожалуйста. Надо, арт. Ребят, смотрите, чисто прыгнуть в ОД и убить его, потому что он на мне отжирается и потом всех вас поубивает. Меня уж тем более. Товар поставь. Все, 4 удара. Попробовать можем забрать. Ну, тут опасно. Конечно, минус армор знатный. Вот. Такой вот он. Его ж подсветили. Ну вы чё, ребят, алё? О, вот он. Ребят, нашёл клиента. Нормально. Тимберу хал. Ой, тут этот ОД. Хочу. Мана нет. Я хочу жить, ребят. Не хочу умирать. Кого ты фокусишь? Зачем ты Тайда бьешь? Блин. Боже. Жрет того, которого не надо. Надо УД убивать, потому что он сильный. Разворачивайся. Давай, это твой. Свидания. Всего доброго. Да чё такое было? Эхо сабля. Your middle tower is under attack. Так, на 16:00. Тимбер. Тимберов. Да, что? Я не лаг. Ну че тух? Я просто альта боюсь для некоторых важных дел. Можем вот этого вот молодого человека убрать. О, запрыгивай меня. Я аганим скоро соберу, ща это будет вообще жопа. Давай, поднимайся быстрее. Где он? Вот он, ой. Рента принимайте. Смотри тут. Курьер. Это красиво. И тут ОД такой выходит. Бля. ОД примем. Да, принимаем. Вообще все равно сколько. Далеко. Просто замедление. Есть, все, это наш. До свидания. Всего доброго. Мака, как вам идет? Что-то мы не пробиваем.
Можем принять, ребят. Ну, Робик нихуя его спасаны сорвал. Это все наше, ребят. Смотри. Ай-ай-ай. Да нет, все, наш, домой. Деревья. А ну. Они что-то знают. Явно что-то знают. О, ОДС, здравствуйте. Я не знаю, каким они лохам проигрывали, но, бля, это изи. На следующую хочет кто-то? Если только не лобби. Ты включай, я... Нет, то же самое, лобби 5 на 5. Не, лобби я больше не буду. Окей. Меня и тот друг позвал за этого. Я вообще сюда пошел. Насильно заставил, гад. Да, вот как-то на прошлой неделе желающих было много, а теперь я... Оба не могу. В козах раскошериться. Людей мало. Хоть играть против команд с фаскапы. В общем-то тоже неплохо. Ой-ой-ой. Все, ребят, я готов. Отлично. Больше иллюзий не боимся. Там их можете хуяриться везде, боялись. Где угодно, пойдемте, я с вами. Прям хуярьтесь полностью, я как раз не буду так разбить. Опа! Залетел, вижу всех, даю там рассказ. И пачки, пусть иллюзии раскастовывает. Иллюзии раскастовал, даю разгон, убиваю одного, второго, третьего. Иду дальше. Чисто на расход, на! Вот так, сука, работаем! Я говорил! Видели, как нахуй надо ебашить? Просто в Солянова! Как таких мудаков нахуй вы проебывать? Вообще не ебу. Да, мы разваливаем, ребят. Да, всех связал Рубик. Жесткий. Да вас хуй кто ёбнул-то, все встали, сука. Всем лежать, работают рандом люди. Зажимай их, зажимай, смотрите. Просто зажимай. Без меня не деритесь, ребят. Что за... Сейчас ману пополню. Ну я посмотрю просто сейчас. А так нереально, да уже? Че, мне ММР посмотреть сможет? Ты ему дашь ММР. Так. Смотрим. Так, не надо лагать только. Спасибо. Рейтинговая игра, разор. Отключен от сервера. Окей. Я не против. Лаги это да, это я люблю.
А вот тормоза в доте я не люблю. Это меня раздражает. Это прям худшее, что может быть. Это внезапный вылет из доты. А узнаем имя мер. Не, я не смогу ММР даже подгрузить, похоже. Да, как-то долговато. И сразу загрузил. Поехали. Ой, а ОД жирный, что делать? Ой. О, вот этого, вот этого. Черт. Okay.
Поехали. Я могу запрыгнуть. Прям вообще. Давай, давай, давай. Оп. Не, я готов, всегда готов, смотри. Так я тоже готов. Опа. Здравствуйте. Нормально, я вас подхилю, ребят. Спасибо, ребят. Не, за что. Разворачивайся, что ты. Это твои. О. Хоть успел в конце убежать. Во! Ультуй, ультуй! Ломай его, ломай, воруй. Вот, воруй, где вот этот человек? Где ты летаешь? Прилети уже. Тингер! Помоги нам. Вот и все. Только не надо лагать. Ребят, Бутстоун себя реализовывает вполне. Уже 5 зарядов. Пойдемте, драс. Давай. Эй, а чё вы жирного съедаете так быстро? Молодой человек. Превышаете скорость. Поехали. Я прикрываю. Давай, прикрывай. Я такой врываюсь. Тыщ, тыщ, тыщ. Работаю. Срабатываю. А. Я уж... Ой, хорош, Гуля, хорош. До ульты доживи, до ульты, до ульты доживи. Близзард кого-нибудь убивай. Хорош, даже так можно. Ой, хорош, давай, давай, грызи, грызи. Без жалости. Хорош. Заканчивайте игру. Да, Гуля просто позавтракал с соперниками. Хорош. Уважаю. А вот этого хотим? Вау.
стреляю. Топ. Ой, да. Залазь меня, я тебя фонтану притащу. Давайте заканчу. Люблю голосовушку. Или нет? Ухожу. Я поехал. Ну ты задонайся. Зачем? Я же... Это же был рофель. Умер. Смотри. Спасибо тебе. Я знаю. Не успел. Давайте, убиваем. Ловите его, ловите. О. Сука. Кидай его в астрал. Ребят, цыганин побежал на хосте. Давай, давай, давай. Лови, лови, лови. Цепляй. Хорош. Хорош. Так вот. Вот этого, спилил, спилил его, спилил. Так вот. Можно в трон. Поехали в трон. Это кто-то говорит. Где? Таким акцентом, прям таким. Каким? Ну таким выдающимся, знаешь так. Нет, не знаю, я не понимаю. Сложно. Оу! Что это? Оп, оп, оп! О май гад, да это что за Рубик? Просто изничтожен. Что это было, Иисусе? Просто и со вкусом. Ну это изи игра, реально, изи. Легкая. Я не знаю, как они кубок выигрывали, но это реально изи. Не ощущается, да? Совсем? Так, это...